Ну, начали робко, пропустили две необязательные шайбы. Потом, слава богу, во втором периоде переломили ход игры. Ну и там уже в третьем периоде играли до ошибки, мы забили первыми, поэтому победили. Блин, тяжело сказать, обе такие две атакующие команды, быстрые на контратаках. Наверное, меньше ошибок совершили, потому что мы почти все голы на контратаках забили. У нас на каждую игру боевой настрой, то есть как на каждую игру хорошо будем настраиваться, так и на завтрашнюю. Повели вроде 2-0, забили, но было плохое движение, проиграли по движению, соперник был быстрее. Потом начали ошибаться, удаляться, и вот счет 4-3. Да, я просто подобрал шайбу, побежал, бросил. Повезло, что забил. Ну, я говорю, что мне не хватило. Мы молодая команда, должны быстрее двигаться, быть везде, ну, на подборах, везде борьбу первую выиграть. Сегодня этого не было, они были быстрее нас в движении. Все подборы мы проиграли. Вот такой счет. Ну, тренера нас подправят, покажут нам ошибки и будем готовиться на завтра.